to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo. Так много игр, чтобы обосрать. На одну у меня есть множество запросов. Зельда 2, приключения Линка. Серьезно, это плохая игра? Я думал, она достаточно хорошая. Посмотрите, она золотая. Но на это есть типа разные мнения. Кому-то нравится, кому-то нет. Что касается первой Зельды, я думаю, все согласятся, это шедевр. Разумеется, с некими странными вещами. Я не знаю, почему один из лабиринтов в форме свастики. Или почему враги названы так случайно. Как вы это назовете? Кроличья голова? Неверно. Pulse Voice. Что это? Мумия? Гибдо. Что это? Призрак? Гинни. Что это? Оно как... Как... Что оно называется как-как? И да, это я не выдумываю, это все взято прямиком из руководства. Как вы это назовете? Змеей? Нет, оно называется веревкой. Да, действительно. Если вы не можете отличить змею от веревки, у вас проблемы. Что это, летучая мышь? Нет, это кис. Как же вы тогда ключи назовете? Летучими мышами? Кто это, рыцарь? Даркнат. Что же это? Член совета Гайгер? Оу, камень. Что это, паук? Тектайт. Что за нахуй тектайт? Это вообще настоящее слово? Дайте взглянуть. Да, настоящее. Тектайт. Любой из нескольких видов мелких стеклянных тел разной формы, встречающихся в Австралии где-либо еще. Сейчас считается, что были произведены ударом метеорита о поверхность Земли. Ага. Или... Паук. Что ж, блять, давайте перейдем к Зельде 2. Я уже давно не играл в нее. Она хорошая или плохая? Давайте погрузимся на самое дно и посмотрим, как она держится сейчас. Что ж, вид сверху типа отсасывает. Все выглядит квадратным. Линк такой мелкий и выглядит как маленькая кучка зеленого дерьма. И при этом он умудряется быть больше зданий. Как объяснить то, как он входит в город? Он уменьшается в размерах? И опять-таки, как Линк носит всегда так много предметов с собой? Это не важно, это фэнтезийный мир, где ничто не имеет смысла. Самая частая обычная претензия из всех, которые я слышал, в том, что эта игра сайд-скроллер, по большей части. Ни одна из других игр про Зельду не была такой. Ну что же, вспомним те времена, когда она вышла. Было только две игры о Зельде. Одна была с видом сверху, другая в целом сайд-скроллер. Так что не было еще настоящего стандарта. Раздражающая часть в том, что ты не можешь сражаться ни с кем, когда смотришь сверху. Постоянно из ниоткуда выскакивают печеньки-монстры, если они коснутся тебя, они переносят тебя на короткий боевой уровень. Это хороший шанс накопить очки опыта. Но чаще всего ты хочешь перейти из одного места в другое и пытаешься перестать драться с этими сволочами. Враги, с которыми ты бьешься, и фон зависит от того, откуда ты был вызван. Если ты был вызван на травяном поле или посреди леса, они всегда различны. Можете столкнуться с толпой врагов или отделаться легко, в этом вообще нет смысла. Как здесь, все, что нужно сделать, это уклониться от этих размытых хуежоп и свалить. Это быстро надоедает, но если подумать, это не так плохо, как в Final Fantasy VI, которая была названа третьей на Super Nintendo. Здесь ты даже не можешь увидеть, с чем столкнулся. Это настолько случайно, насколько может быть. Но эй, это была великолепная игра. Я знаю множество RPG такого типа, но полагаю, это не то, чего большинство геймеров ожидали от игры про Зельду. Здесь также нет Геннона, по крайней мере, пока ты не умрешь. Что ж, это единственный прямой сиквел к оригинальной игре. Зельда под заклятием сна, Геннон был убит и превратился в красный пепел. Теперь ожидаемо другие злодеи пытаются воскресить его, используя кровь Линка. Схоже с хаммеровскими фильмами про Дракулу, где они постоянно смешивают чью-либо кровь с пеплом Дракулы. Так что это несколько разочаровывает, что вы видите Геннона только когда игре конец. Кстати говоря, на что это похоже? Мог ли он держать меч в еще более вызывающем положении?
Цель игры — отправиться в город, выучить магические заклинания и отправиться во дворцы. В каждом дворце ты находишь новый предмет и побеждаешь босса. Я слышал слухи о том, что если победить босса до взятия предмета, дворец превращается в скалу, и ты не можешь достать предмет. Но насколько я понял, это вообще неправда. Дворец превращается в скалу только после того, как ты все выполнишь. Единственное, что я могу сказать, это то, что игра до усрачки сложна. Я думаю, что мы все можем с этим согласиться. Это не значит, что игра плоха. Соревновательность — это хорошо. Но соревновательность должна даваться игроку постепенно. Я имею в виду, что игра должна становиться сложнее постепенно по мере прохождения. И вот где Зельда 2 лажает. Первые два уровня достаточно легкие, но затем игра сбивает спесь в горе смерти. Пресвятая ебатня — это самая сложная часть в игре, и здесь не повыебываешься. Нужно пройти насквозь на раннем этапе. А также эти красные ящеролюди на суперстероидах. Даже если сможешь перепрыгнуть их, они метают топор. Дерьмо! Куда, черт побери, я иду? Черт побери! Не должны ли они были поместить эту часть в конец игры? В смысле, что может быть опаснее горы смерти? Но им следовало все перемешать. Это не говорит о том, что последние уровни несложные. Но к тому времени ты набираешь больше здоровья, твой меч становится острее, и у тебя есть весь набор магических заклинаний. Но здесь ты как четырехлетка, пытающийся драться с Халком Хоганом. Так что до того, как хотя бы попытаться встать лицом к лицу с горой смерти, тебе нужно поковыряться, подраться со случайными врагами, получить очки опыта и прокачаться по самую задницу. Нужно собрать пи-мешки. Что вообще такое пи-мешки? Мешки с мочой? Да, все верно, Линк собирает мешки с мочой. И даже если ты полностью прокачан, ты счастливчик, если прошел гору смерти. И веселуха здесь не заканчивается. Ты получаешь молот, разбиваешь блок, ищешь секретную могилу, ведущую на третий уровень. Только для того, чтобы получить еще больше. Кусок собачьего дерьма. Иди нахуй. Назад к началу, ох, это отлично. Теперь я должен проделать весь путь обратно во дворец. В любой другой игре про Зельду, если ты умираешь во дворце, или лабиринте, или подземелье, или где-нибудь еще, они дают начать со входа. Но здесь они решили, иди нахуй, умер, возвращайся назад к первому квадрату. Мудаки. Конечно, я должен упомянуть города. Это так миролюбиво. Да, тебе нужен перерыв после этого безумия. Но жители города не такие уж и полезные. Привет? Зачем вообще включать в игру персонажа, которому нечего сказать? Самый известный этот парень. Я ошибка. Что же, может это всего-навсего имя, вот и все. Может оно произносится ошибка. В каждом городе есть женщина, которая восстанавливает твое здоровье. Она приглашает Линка зайти в дом, и ты никогда не видишь, что там происходит. Она дает ему зелье или проводит магическое заклинание. Нет, мы все знаем, что на самом деле происходит. Линк как бы, ну вы знаете, делает старое доброе всунь-высунь. Я имею в виду, Линк уже больше не маленький мальчик, теперь он вырос. Он выучил все эти особые движения, как рывок вниз, рывок вверх. И здесь он изучает рывок спермы. О да, это должно было быть именем рок-группы. Серьезно, Линк заслужил отведать кое-чего за весь этот ад, через который он прошел. Он ничего не получил от Зельды. Опять-таки, она под заклятием сна. Что Линк делал здесь изначально? О, я понял. Линк такой бабник. Другая забавная вещь в городах — это то, что ты можешь запрыгнуть на крышу. Да, это забавно. Смотрите, я превращусь в фею. Подождите, этого не должно было произойти. Возможно, мне не стоило этого делать. Какого черта? Ну чё, глюки? Нравится? Нет! Давайте посмотрим, что будет, если я пойду сюда и превращусь в фею. Я упал сквозь пол? Прям сквозь пол, упал сквозь пол, через пол, через пол! Я не хочу идти сквозь пол, но опять-таки, чего вы ожидали от превращения феи, будучи под потолком? Под потолком или под кайфом, в любом случае увидишь глюки! Этот череп вообще когда-нибудь умирает? Ты угробишь свои пальцы быстрее, чем эту тварь. Слава богу.
Скажите мне вот что, почему Линку наносят урон пузыри? Чё за баба? Тебе нужно бороться с неким колдуном, но это невозможно, если ты не получил отражающее заклятие от какого-то парня в городе. Но до того, как он даст тебе заклятие, тебе нужно спасти какого-то ребенка. Посмотрите на это! Не знаю почему, но я нахожу это очень забавным. В смысле, это великолепно! Кому-то нужно сделать футболку с этим. Хоже, будто каждый раз, когда Линк находит что-то, он поднимает это над головой. Представьте, каково быть его другом. Эй, Линк, ты не видел пульт от телевизора? О, круто, ты нашел его! Отлично! Да, теперь можешь положить его. Некоторые предметы разочаровывают. Свеча, например, автоматически освещает темноту в пещерах. Но разве не весело было, когда свеча использовалась, чтобы извергать пламя в лицо старику? Флейта тоже не делает тех же вещей. Здесь ты используешь ее, чтобы пройти мимо этих огромных пауков и отправиться на 6-й уровень. Но как ты должен был догадаться до этого? В первой игре она использовалась для перемещения. Что за херня? О, я ненавижу эти лошадиные головы. То, как они двигаются вверх и вниз, напоминает мне медуз из игр Кастельвания. Да, все, что имеет такой шаблон. Эти игры так напрягали меня в детстве, что у меня развился психологический комплекс. Когда бы я не видел волнистые линии, я становлюсь, блядь, нахуй взбешенным. Иногда я пытаюсь жульничать, я превращаюсь в фею и летаю кругом. Я знаю, это действительно тупо, но если ты собираешься жульничать, можешь быть феей, если хочешь. В любом случае, это работает не так хорошо, у тебя никогда недостаточно магии, а здесь стена! Черт! Дерешься с драконом, проходишь через пещеру и срубаешь несколько деревьев, чтобы отыскать спрятанный город. В этом городе ты получаешь заклятие, пытаешься использовать его, но все, что ты выяснишь, то что оно меняет некоторых противников. Но в отличие от других заклятий в игре, у этого есть вторичная функция. Есть определенное место, которое выглядит как тупик. Используешь заклятие здесь, и оно заставляет дворец подняться из-под земли. Как вы должны узнать про это? Конечно, если вы не читаете Nintendo Power. Жители города особо не помогают. С тем же успехом они могли сказать: «Получи силу, силу Nintendo!» Да, это классическое скрытное загадочное нинтендовское лошадиное дерьмо. Я всегда ненавидел эту вторую часть. Эти парни держат свои головы над забором, как сосед Тима Человека-инструмента, и метают камни. Это же детская чепуха! В смысле, да ну, метают камни! Добравшись до последнего уровня, ты на самом деле можешь продолжить игру здесь, если умрешь. Так что, наконец-то, игра проявляет немного милосердия. Но если у тебя нет дополнительных жизней, это не имеет значения. Ты должен сохранить всех своих трех парней. Да, всех этих мини-линков, которых ты находишь на протяжении игры. Сохранить этих уёбков, вам понадобится каждый из них. Затем ты борешься с Буревестником и, наконец-то, с Темным Линком. Иногда его называют Теневым Линком. Это последний босс в игре. И ебать, как сложен. Он повторяет каждое твое движение, и он надерет твою задницу. Давай, давай, давай! Давай! Черт! Что же, это невозможно! Я лучше попробую победить свою собственную тень! Давай, сосунок, давай! Господи, блять! Тебе не победить свою тень, и вот что эта игра, твое темное альтер-эго, которое знает о тебе больше, чем ты знаешь о себе. Я не знаю, как ты можешь победить, кроме как если ты по-настоящему хардкорен. Некоторые игроки настолько хардкорны в первой игре, что на самом деле дошли до Геннона без меча. Это безумие! Но людям нравится хороший вызов. Хотите хорошего вызова? Попытайтесь пройти Зельду 2 с Power Glove. Да, это смешно. В итоге, это все еще великая игра. Но многие считают ее черным дерьмом франшизы. Это понятно, она очень отличается от первой игры. Но очевидно, Nintendo не хотела переделывать ту же игру еще раз. Так что они попытались сделать нечто новое. Некоторые люди были смущены и допустимы некоторые смешанные результаты. Но у нее было свое собственное наследие. Это была первая игра про Зельду, в которой были города, а также полоска магии. И многие игры копировали ее стиль, такие как Battle за Олимпус и даже Рэмбо. В итоге... это хорошая игра, но очень бесящая. Мне ее никогда за всю жизнь не пройти. Не. Озвучил псих. И Хайман.